это Grand Spa Литва. Еще один отель, который нас приютил. Вообще, это целый комплекс. Тут и лечебница, и аквапарк, и бювет, и есть даже апартаменты люкс в отдельном корпусе. Ну а мы, сразу как зашли в номер, облачились в белоснежные халаты, поскольку, не выходя на улицу, прямо в этом наряде можно пройти в аквапарк с комплексом саун. Эти эквилибристические номера на самом деле оздоровительная процедура под названием вертикальная ванна. И, между прочим, с минеральной водой. Ну а сейчас мы немного расскажем о процедурах, которые представлены в комплексе Grand Spa Литва. Начнем с барокамеры с чистым кислородом. Это уникальная процедура, и в Друскиненкае вы найдете ее только здесь. Внутри стеклянной колбы чувствуешь себя несколько необычно. Но зато после ощущения потрясающие. Такая свежесть во всем теле. Прямо хочется парить над облаками. Ну а это, собственно, бювет. Минеральная водичка из источника очень полезная и вкусная. Или все-таки не очень? Ну, в общем, решать вам. Но то, что она полезная, это точно. Идем далее по процедурам. Это паровая капсула. Такая индивидуальная банька с влажным паром. Очень расслабляет. Ну а ароматы душистых трав и масел уносят далеко от суеты. Ну а это единственная из бодрящих процедур, которая мне нравится. Контрастные массажные ванночки для ног с минеральной водой. Холодненькая, очень бодрит. Это еще больше ощущаешь, когда переходишь в теплую воду. Если Кристине больше нравятся расслабляющие процедуры, то я, наоборот, решил погонять кровь с помощью душа Шарко. Ну а я решила ему немного помочь. Да уж, спасибо, помогла. А для релаксации и оздоровления здесь есть галокамера или попросту соляная комната. Даже непродолжительное нахождение здесь повышает иммунитет и спасает от стрессов. У отеля Grand Spa Литва есть еще и комфортные апартаменты, куда мы также заглянули с обзорной экскурсией. Вот это гостиная, здесь же столовая, и тут же рядышком и кухня. Все это в едином пространстве, и если путешествовать, например, с семьей или большой компанией, то это очень удобно.